Парк воинов-интернационалистов в Бресте – место известное и горожанами любимое. Здесь на 30 гектарах парковая зона плавно перетекает в лесной массив. Поэтому содержать его в чистоте и порядке жилищно-коммунальным службам помогают сотрудники администрации Московского района, регулярно организовывая здесь субботники. Мы сегодня решили на личном примере выйти и показать то, что уже пора приступать к уборке. Только все вместе – каждый возле своего дома, возле своего подъезда, во дворе, мы сможем сделать наш город красивым и чистым. И мы надеемся, что по нашему примеру последуют все остальные наши предприятия, учреждения, района. Собрать поваленные деревья и сухие ветки, почистить дорожки и убрать мусор. Задача несложная, но трудоемкая. Территория парка немаленькая. Сотрудникам администрации помогают представители общественной организации «Белая Русь». А нужно нам это затем, чтобы мы добились той цели, которую, я думаю, почти каждый ставит перед собой, вне зависимости от того, какой организации он принадлежит и как он относится к происходящему. Я думаю, каждый из граждан нашей республики хочет более высокого уровня жизни. Но он не дается сам по себе, к этому надо идти. И один из составляющих этого уровня жизни – это, конечно, такой экологический стандарт. Мы должны жить с вами в чистоте. Субботник – это хорошая возможность выйти из зоны комфорта и почувствовать себя не только контролирующей структурой. Идеального никогда не будет, всегда будут какие-то вопросы, но для этого мы и работаем, чтобы эти все вопросы снимать, решать, и чтобы наш город был чистым и приятным для взгляда, взора, и можно было прогуляться, пройтись, подышать свежим воздухом, ну и просто отдохнуть. Официально месячник благоустройства и наведения порядка завершится 28 апреля. Но для неравнодушных горожан благоустройство и поддержание чистоты во дворах и парках задача круглогодичная. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.